Вчера. Так далеко сейчас вчера жизнь промелькнула на мгновение, когда, зажатым ртом крича, забыв о счастье и о вдохновении, я задыхалась, и рука тирана готовилась мне раны нанести. Кто мог тогда меня спасти? Спасло святое провидение. И в клочья все — мечты и мысли, движение, грация, добро души, сознание того, что на моих глазах совершалось чудо, осуществились детские мечты. Одним мгновением все открылось. Страсть — это все-таки не жизнь. Жизнь там, где созидание прекрасного, жизнь там, где стих. Она тиха, и, может быть, от этого так вдохновенно хороша. Она проста, и без сомнения о ней болит моя душа. Тебе. Не я ли тебе в тихий час, пот отерев со лба, шептал: любимый мой, я для тебя жива. Спасибо. Глаза цвета моря. Как море, взгляд глубок. Зовется одна души, нет. Но нет ему замены. А поиск — это неизменно. Не изменить тому, кто никогда не ищет постоянства. Как море, взгляд его глубок, и потому я не могу, не изменю ему.